Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. И сегодня у нас такой вот неопознанный летающий объект, который вяжется из одних лицевых. Смотрите, какая прелесть. Это вот такая вот прекрасная повязка. Связана она одними лицевыми петлями. Все очень просто. Это просто два прямоугольника. Сейчас я вам все покажу. Вязала я вот эту желтую из кашемира AliExpress, а серенькую, сейчас я ее ближе покажу, я вязала из пуха норки AliExpress в 3 сложения. Обе пряжи. Вот. Если считать по метражу, 3 сложения, то это получается 230 метров в 100 граммах. Это ориентировочно, если вы будете вязать из другой пряжи. Спицы я использовала 3 миллиметра, и пряжи, как я сказала, у меня ушел один моточек всего-навсего. Вот, поэтому вот такую вот прекрасную вещицу мы сегодня с вами вяжем. И мастер-класс мой как раз для самых-самых-самых новичков, кто только учится вязать. Все очень на самом деле просто, вы сейчас сами в этом убедитесь. Вот, и каждый из вас сможет связать вот такую вот прекрасную вещь. Ссылки, кстати, на пряжу, на обе пряжи с AliExpress я вам оставлю под видео в описании, вы сможете себе заказать всего один моточек. Итак, для работы нам понадобится всего один моток пухонорки, либо любой пряжи в районе 200, ну я использую 2, чтобы в 3 нити вязать, либо любой пряжи ориентировочно ориентируемся на вот такую вот плотность, толщину пряжи, где-то 230 метров в 100 граммах. Вот, спицы я использую 3 миллиметра. Вы по плотность изделия, вот у нас вот такая вот, плотность вязания у нас вот такая вот, вы на нее и ориентируетесь. Итак, набор петель. Самое важное, чтобы вы можете набирать любым способом, но самое главное, чтобы край не был стянут, чтобы он был пластичным. Видите? Всего набираем 90 петель. В 3 сложения. Пух норки я использую 3 сложения. 2. Я набираю классическим способом. Итак, 90 петель я набрала. Здесь я, как обычно, делаю узел и начинаю вязать. Вяжем все лицевыми петлями вплоть до кромочной. Хоть бабушкин, хоть классический, как вам удобно. Тут единственное, что важно, попасть в плотность. Ну, хотя потом резинкой вы можете это все отрегулировать, если плюс-минус немного не попадете. Вот, смотрите, довязываю до конца ряда и последнюю тоже провязываю кромочной, поворачиваюсь, первую снимаю и вяжу далее все петли лицевой. Вот после провязывания последней кромочной лицевой у нас получается вот такой вот край. Видите? Так, и всего мы сейчас вяжем 15 рядов. Вот, сейчас я вяжу 15 рядов всего лицевыми петлями. Итак, у меня провязано 15 рядов. Если вот посмотреть, то у вас вот 8 рубцов здесь, ну, от лицевой петли, и 7 здесь. Это 15 рядов. Далее мы делаем наши отверстия посередине вязания. 16 ряд. Первую петлю снимаем, провязываем 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Есть. Вот 16 петель. Далее 4 закрываем, но вот таким вот образом продеваем спицу в петлю и через нее протягиваем следующую, возвращаем 1 и снова 2, 3, 4. Есть, отделено, то есть 4 мы сократили, теперь 4 набираем. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Снова 4 закрываем. 1, 2, 3, 4. Есть. 4 набираем. 1, 2, 3, 4. 16 вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Оставляем. Снова 4 закрываем. 1, 2, 3, 4. Есть. 4 добавляем. 1, 2, 3, 4. То есть мы в одном ряду и закрываем, и добавляем петли. Так, 16 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Есть. Закрываем 4. 1, 2, 3, 4. И 4 добавляем. 1, 2, 3, 4. Теперь 8 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 1 кромочная, 9. Вот, и таким образом у нас получилось 4 дырки. 1 два, три, четыре. Далее мы снова вяжем все лицевыми петлями, при этом наши набранные петли мы тоже провязываем лицевыми. Вот они. Просто провязываем их лицевыми петлями и интегрируем в наше вязание. Продолжаем лицевыми петлями вязать. Провязала я, сейчас скажу сколько, 14. Здесь у нас 14 рядов. И вот я закончила лицевой ряд. И в изнаночном ряду я буду закрывать петли. Тем самым появится вот такой вот рубчик от закрытия петель. То есть всего, если вот так вот считать от начала вязания, вот этих рубчиков у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12, 13, 14, 15. 8 у нас до дырки и 7 сейчас после дырки, 8 появится от закрытия. Он как раз нам все и сравняет. И я закрываю петли классическим обычным способом, просто провязывая по 2 петли вместе лицевой, но следите за тем, чтобы он тоже был эластичный, этот, как бы, эта косичка закрытия петель, чтобы она была эластичной, потому что нам нужно, чтобы это все растягивалось сильно. Видите, что я делаю? Сильно вытянула. Закрываю петли. Так, закрываю до конца, периодически проверяю. Вот смотрите, по итогу получается вот такая вот косичка с лицевой стороны, а с изнаночной это просто как изнаночная петля. Тем самым у нас получается одинаковое количество вот этих рубчиков с этой стороны и с этой стороны. Вот. Так, смотрите, закрыла я петли. Здесь я оставляю, вот я оставляю 2 нити, отрезаю вот так вот, а одну оставляю для сшивания подлиннее, и только потом я эту петлю фиксирую вот таким вот образом. Так, вот такие вот 2 детали у меня получилось. Итак, у нас связано 2 детали. Сейчас я вам измерю ширину. Ширина деталей 50 сантиметров, вернее длина 50, а ширина 8 сантиметров. Что мы сейчас делаем? Берем одну детальку, там где дырочка у нас близко к краю, не вот так вот длинной, а где близко, и совмещаем ее с деталью, которая длинная. То есть вот смотрите, друг на дружку должно в шахматном порядке расположиться вот эти дырки. Вот смотрите, здесь, здесь, потом здесь, снизу, сверху, снизу. То есть понятно, да, если здесь короткий кончик, здесь длинный, то здесь короткий, здесь длинный. И теперь начинаем продевать через эти дырки. У меня, конечно же, так, еще следим чтобы наверху была этот лицевая сторона, так, чтобы рубчик был наверху. И теперь продеваем. Вот, смотрите, сюда. Есть. Здесь я вот таким вот образом оставляю. Смотрите, я проделав первую дырочку, разравниваю хорошенько. И потерялась у меня дырочка. Вот она, теперь через эту дырку я протягиваю эту нижнюю деталь, снова выравниваю. Все, смотрите, у нас готовая коса, какая красивая. Теперь нам нужна обычная резинка. Если у вас получится найти в тон, вот плохо, что у меня здесь, вот смотрите, осталось. Так. Вот эти ненужные нити мы продеваем вовнутрь сюда. И вот эту вот тоже. Так, есть. С одной стороны ниточка для сшивания у меня осталась. И с другой стороны я делаю то же самое, продеваю вот эти вот штукенцы. Так, есть. Теперь смотрите, если у вас хватает, вот вы померите по себе, если у вас этого объема на голову хватает, вы просто сшиваете вот эти две части, то есть отдельно эту и отдельно эту. Если не хватает, Так, и кажется, у меня не записался кусок видео. Вот одну я пришила резинку, то есть вот эти вот два конца. Я сейчас вам попробую показать, потому что поздно обнаружила, что видео не записывается. Если у вас хватает длины вот этого всего, вы можете просто вот так вот сшить без этого стягивания, без резинки. И не вставлять резинку. Если вы же как бы сомневаетесь и вам нужна эта резинка, вы берете обычную резинку для волос. Вот эти две детальки, два конца. Одеваете резинку и сшиваете вот эту вот часть, которую я сейчас покажу, как сшивать. Просто, по-видимому, оно не записалось. Вот. когда вы сшили эту часть, потом уже заготовленную резинку одеваете сюда, на эту сторону, и сшиваете вторую половину точно таким же образом. Я просто показываю сейчас, но та сторона у меня точно так же сшита. Вот закромочные. И кромочные. Кромочные. Теперь стягиваем и фиксируем. Есть. Ухожу на изнанку. И обрезаю нить. Вот так вот это выглядит. То есть эта резинка вам позволит натянуть на любой размер. Если же вам этой длины хватает, то вы без резинки просто сшиваете. Вот. Выравниваете вот так вот красиво и одеваете. Вот такой вот мастер-класс у меня сегодня. Я думаю, вам понравилась. Такая шикарная повязочка, очень симпатичная, оригинальная. У нас сегодня получилось. Я жду от вас лайк, комментарий, подписку на все социальные сети, особенно в Telegram. Там у нас весело, жарко, интересно. Вот. Ну и все. Я с вами на сегодня прощаюсь. С вами была Вика и Школа Рукоделия. Всем пока-пока.